Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні – Олександр Жолудь, заступник обласного військового комісара по роботі з особовим складом. І Віталій Колодкін, начальник відділу комплектування та призову. Також заступник обласного військового комісара. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про роботу військкомату і про все, що стосується цієї роботи. Віталій Ніколаєвич, давайте почнемо з вас, да, і розкажіть, пожалуйста, все ми знаємо. Все, кто хотя бы раз сталкивался с тем, что его родственник или он сам идет в армию, то, естественно, все знают, да, есть военкомат, куда надо прийти, явиться, там все тебе расскажут, покажут, вот, и потом уже идешь в армию. Но я так думаю, и я в этом уверена, что, в принципе, военкомат – это более все-таки сложное учреждение, более разветвленное, и эта задача просто вот работать с призывниками – это, ну, одна из. Какова структура, кто у вас работает, чем вы занимаетесь и насколько сложна эта работа? Ну, знаете, я скажу, что основные функции военных комиссариатов – это, первое, воинский учет, ведение воинского учета, офицеров запаса, солдат, сержантов запаса, призывников. Это первое. Второе, вот, в принципе, чем сейчас занимается, непосредственно активно занимаются военные комиссариаты, и уже идет шестая волна, это проведение мобилизации людских и транспортных ресурсов и отправка их в войска. Следующее, это отбор на воинскую службу за контрактом, тоже очень серьезный, немаловажный вопрос. Учет ведения призывников, отправка на срочную воинскую службу, отбор в военно-учебное заведение, проведение допризывной подготовки, ведение, учет, контроль допризывной подготовки. Ну и на самом деле очень много других функций. Одна из таких тоже основных функций, немаловажных, это учет пенсионеров Министерства обороны и, соответственно, оформление необходимых документов. Это так вкратце. А там еще каждый, вот если взять конкретно военно-учебное заведение, там разбивается на определенные там пунктики, категории и так далее и тому подобное. То есть работы очень много. Работы очень много. Структура военных комиссариатов, ну вот в данном случае есть областной военный комиссариат, Николаевский областной военный комиссариат. Ему подчиняются районные военные комиссариаты. В данном случае в Николаевской области на данный момент функционируют 20 районных военных комиссариатов. Вот, они подчиняются областному военному комиссариату. Ну, вот, вкратце, вот такая вот структура. Вот смотрите, в принципе, вот каждый военный может работать в военном комиссариате, или все-таки нужны какие-то определенные квалификации? Вот смотрите, да, кадровиков готовят, да, инженеров готовят, учителей, врачей тоже. Ну, наверняка у вас тоже есть в учебном заведении такие факультеты или нет еще пока? Нет, таких факультетов вот именно военкоматов, военкомов, чтобы готовили районы. Работа военных, это специфическая, такого, да, специфическая. Я вам скажу так, что она отличается от войск, отличается в первую очередь тем, что здесь нужно быть более таким коммуникабельным, уметь разговаривать с людьми, руководить, наверное, людьми. Там талант психолога, здесь, да, более психолога тоже. И как бы, ну, как хорошо, уметь общаться когда к вам приходит работать вот просто офицер там из какой-то там части, допустим, да, из какого-то определенного рода войск, он приходит на работу в военный комиссариат. Это какие-то курсы он проходит или уже учится на ходу у более опытных товарищей? Ну, есть курсы во Львове, посылают, там они более, понимаете, курсы там по мобилизации, конкретно обучают согласно руководящих документов, чем человек должен заниматься. А так, в основном, конечно, он учится на месте. Самое главное, я скажу, это, ну, это, по-моему, везде, в любой структуре, самое главное, чтобы у человека было желание работать. Если у него есть желание работать, он всему научится. А как вы пришли вот к такой деятельности? Я скажу так, что в военкоматской системе, в системе военкоматов с 2000 года служил в Национальной гвардии Украины. В 2000 году эта структура была расформирована, ну, стоял вопрос, куда мне идти дальше служить. Вот. Предложили военкомат. Начинал я с начальника второго отдела, отделения, это призывное отделение в Новом Буге. Вот начинал я оттуда, пришел в эту структуру, ну и вот практически все ступени прошел. Так, Александр Владимирович, а вы как попали в военкомат? И тем более у вас такое вот направление интересное, вот работа с личным составом. Это вот точно нужно и навыки психолога иметь, и спокойным быть, и уметь объяснить. Я
отличие от Виталия Николаевича в военкомате недавно, в областном, с ноября месяца 2014 года, до этого проходил, ну, на протяжении всей своей службы с 1994 года в аэромобильных войсках, у нас в Николаеве в 79-й бригаде, аэромобильные на разных должностях, которые именно воспитательного психологического направления, да, были, назывались наши должности по-разному, и заступник с духовной работы, заступник с гуманитарных питаний. На сегодняшний день должность называется заступник по работе за особовым складом. Вот. Ну, от названия ничего не меняется, то есть как мы занимались воспитанием, работой с личным составом, так и занимаемся в этом направлении. Ну, давайте перейдем к такому достаточно и серьезному, и болезненному для многих вопросов. Это вопросу, это мобилизация. Вот буквально на днях, да, закончилась у нас шестая волна. То есть уже не закончилась. Еще идет, да, 17-го закончится. То есть, ну, вот несколько дней осталось, да, то есть уже какие-то есть итоги. Сложно было, даже вот по сюжетам, которые наверняка все видели и на национальных каналах, и в нашем телеэфире, ну, были сложности. Каковы результаты вот на сегодняшний день? Уже вы можете их, я думаю, озвучить. Была вчера пресс-конференция, да, военкома. То есть давайте еще раз повторим. И с какими сложностями сталкивались, ну, в частности, наша область? Значит, вчера на пресс-конференции я уже говорил, сегодня повторюсь. Ну, есть позитивные изменения со вчерашнего дня. Вчера на пресс-конференции, когда мы проводили пресс-конференцию, у нас была цифра за область выполнения плана мобилизации 46%. На сегодня, на утро, мы сделали план на 52%, то есть на 6% больше. Вот. И еще у нас есть неделя до конца мобилизации. Вот, планируем все-таки быть не худшей областью, а где-то в числе одних из лучших по Украине, потому что эта шестая волна мобилизации во всех областях Украины проходит очень тяжело. Вот. Проблемы и причины, как в первую очередь я считаю, это в личном патриотическом настроении людей, военнообязанных, вот, которые просто-напросто, зная о той ситуации, которая происходит на сегодняшний день на востоке Украины, просто различными причинами, по различным причинам пытаются уклониться от призыва. Но не почему хотят так случилось? Потому что год назад, да, первая, вторая, третья, ну, даже может мы не быть будем в цифрах, да, да, мы брать, допустим, ну, то, что мы действительно были там второе, третье, то есть первое места занимали. Но патриотический дух был очень высоким. Прошел год, да, ситуация сложная, ситуация не меняется, ничего не меняется в том плане, что, ну, как бы надо, все равно надо защищать, надо идти туда. А такой спад произошел. Вы понимаете, те, которые уже хотели, которые были готовы, они уже все там были. Mm-hmm. Многие из них уже уволились. Первая, вторая волна, которые были призваны в марте, июне, июле прошлого года. Да? Люди уже демобилизированы, и сейчас демобилизации подлежит третья волна. То есть у нас в области порядка 70 тысяч военнообязанных, которые стоят на воинском учете. Да? И вот на сегодняшний день, я вчера уже говорил, более 10 тысяч находятся в розыске. 6,5 тысяч отказались брать повестки. То есть напрямую работникам военкомата отказались брать повестки. Более 11 тысяч призваны военно-лечебными комиссиями непригодными по различным причинам прохождения воинской службы. Вот. А те ребята, почему у нас вот даже по процентам, да, первая, вторая, третья волна 100% выполнения, потом идет четвертая 89%, пятая уже 86%. Потому что, ну, скажем так, да, может чуть высокие слова, герои уже все на фронте, да, добровольцы уже все там давным-давно. Вот. Сейчас поэтому очень тяжело найти людей, которые готовы и пойдут выполнять свой долг в защите Родины. Ну, все же смотрят телевизор, новости, интернет и видят, что идет действительно война, действительно гибнут люди по Николаеву, это уже более 100 человек по Николаевской области погибших. Вот. Поэтому люди прячутся, люди сами себе ищут причины, чтобы не пойти, да, как-то себя успокаивают, как-то
Вот. Кто... Взаимодействие с милицией, да, когда ходили вот и представители военкоматов, и представители милиции, тоже как бы не очень помогло. Ну, дело в том, что даже если с представителями милиции вручается повестка, да, то человек потом просто может не прийти в военкомат, и все, его же за руку никто не берет и не приводит в военный комиссариат для того, чтобы он проходил медицинскую комиссию и так далее. А вообще такое взаимодействие, оно было на каком уровне? То есть это было законно или это какие-то законно, внутренние конечно. Были договоренности? Нет, это законно, плюс на уровне областной государственной администрации, вот, эти все проводятся каждый понедельник совещания. Но сейчас силовиков. Вроде министр внутренних дел, он сказал, что все, это уже заканчивается, да? То, что ну, не я не буду рейдов. Комментировать министра внутренних дел, то, что он сказал. Пока все это действует, пока работа ведется. Посмотрим, как оно будет дальше, к чему это все приведет. Однозначно, поддержка Министерства внутренних дел в работе военкоматов по оповещению людей, по розыску уклонистов и так далее, очень важна и она просто необходима. Потому что на сегодняшний день военкомат не имеет полномочий правовых, да, кроме составления административного протокола. Вот и все. Ну, смотрите, да, давайте еще по повесткам пройдемся. То есть те люди, которые были демобилизованы уже, которые побывали там в первую волну, во вторую волну, они уже дома сейчас, привыкают уже к мирной жизни, работают и так далее. Повторные повестки. Насколько вообще строго ведется учет тех людей, которые уже демобилизовались, которые уже дома, и через сколько времени он может получить, вот есть такая вероятность получить повторную повестку? Ну, повестку повторную он может получить, по большому счету, в любое время, да? Угу. Вот. Ну, вот если главное, он, допустим, что... грубо говоря, он первого... На сегодняшний день... Июня был демобилизован, сейчас он дома. Он уже может получить тех, эту повестку? Тех военнослужащих, которые были демобилизированы, были в зоне проведения антитеррористической операции, или даже там не были, на сегодняшний день никаких указаний их призывать не было. То есть, если повестку вторую... А в законе вообще вторую, есть крайний какой-то срок? Вот сколько человек может быть дома? Полгода, насколько я знаю. Да? Они, те, которые демобилизированы, вот, они заносятся в оперативный резерв. Раньше, чем через полгода, их не имеют права, насколько я знаю, призывать. Вот. А повестку, если получил повестку, это не значит, что тебя заберут в армию. Может быть, это здесь сыграл какую-то роль, там, человеческий фактор, потому что я же уже говорил, 6 волн мобилизации, военкоматы работают в очень напряженном режиме, и может просто там девочка, которая выписывает эти повестки, случайно записала. То есть пугаться мне, ребята звонят, которых я знаю, тоже спрашивают, там, получили вторую повестку, что делать. Говорю, придите в военкомат, покажите посвящение участника боевых действий, и все, и после этого вас отпустят. У вас в нашей области вот были такие случаи, что были ошибки, допустим, с которыми разобрались, и все нормально закончилось? Ну, таких резонансных или не было. Какие-то? Резонансных не было, я думаю, что эти все вопросы решались на месте. Угу. Вот. То есть на вас никто не выходил? Лично мне звонил... Ну, уже демобилизированы, да, товарищ, с которым мы вместе в свое время воевали, спросил, мне пришла вторая повестка, что мне делать. Я просто взял, позвонил в его районный военкомат, сказал, что он участник боевых действий, на этом все закончилось. То есть просто девочки, скажем так, ошиблись, ну, такое бывает. Я же говорю, вот с вами разговаривали, в Тернополе принесли повестку погибшему, да, сделали там большое резонансное такое-то самое. Ну, в жизни всякое бывает. Понятно, что родственникам, близким это очень неприятно и так далее. Ну, ошибся кто-то, это же не специально сделано, зачем из этого поднимать такую бучу. Нужно входить в положение и военных комиссариатов. У нас привыкли все говорить, что... У нас, кстати, в области половина военных комиссаров были в зоне проведения антитеррористической операции. Очень много офицеров после ранений, которые из боевых частей, в том числе 79-й аэромобильной бригады, вот, признаны непригодными по воинской службе, к воинской службе, да, в действующих воинских частях, переведены к нам в военкомат. И на сегодняшний день более 50 человек военнослужащих офицеров, которые были в зоне, которые в зоне, в секторе, в зоне проведения антитеррористической операции, да, имеют государственные награды, имеют статус участника боевых действий, которым не стыдно смотреть людям в глаза, которым они несут повестки, да.
тут же... Ну вот, кстати, насчет резонансных, да, и людей, которые побывали там и сейчас работают в военкомате. Вот мы тоже попали, в принципе, в резонанс, да, и по всем новостям, и по национальным каналам, и у нас, кто отслеживал, мы тоже делали сюжеты о том, что один из военных комиссаров, это в Жирновом районе, да, тоже вот попал в такую неприятную ситуацию, его обвинили каким-то образом в том, что он лично не доработал с этой мобилизацией, и получается, что если так, то вот он действительно лично участвовал в том, что не выполнились те проценты, которых хотелось бы, допустим, добиться от района. Слава Богу, все закончилось хорошо, суд принял во внимание вот все стороны, да, и действительно человек вышел из этого, очень достойно из этой ситуации. Вот почему так? Ну, я понимаю, что вы его защищали, естественно, да, вот товарищи, все. Ну, вот почему так вообще случается? Вообще, как такое могло получиться? Вот как вы думаете? Ну, я считаю, что мы просто ищем причину, да, в работе военных комиссаров. Мы не опускаемся к людям, которые... Кто его обвинял вот изначально? Значит, это ж не административный, просто суд пришел, административный там, протокол составлен по итогам пятой волны мобилизации в отношении военного комиссара Октябрьского района подполковника Приходченко Андрея Владимировича. Составлен военной прокуратурой. Админ протокол. Административный протокол. То есть была какая-то проверка, да, просто плановая? Да, по итогам, наверное, да? По итогам, да, мобилизации пятой волны. Угу. Вот. То ли они не знали, то ли они не учли. Вот. Ну, скорее всего, я думаю, не знаю, да, то, что человек, да, после ранения пришел в военкомат, находился на должности менее 3 месяцев. Не совсем это, скажем так, это совсем работа в военкоматах, как уже сказал Виталий Николаевич, кардинально отличается от работы и службы в воинских частях действующих. Вот. Поэтому выполнил он план на 64%. И был составлен соответствующий протокол по недбалым усталым до выполнения службовых обовязки. Вот. Ну, это очень результативная, кстати, формулировка, под которую можно все подогнать. Да, я присутствовал на всех заседаниях суда. Вот, и как результат судья принял решение, и административное правопорушение было закрыто, ну, как вы уже сказали. Mm-hmm. То есть, я считаю, справедливость восторжествовала, но однозначно, я считаю, что у нас идет война, и времени учиться очень мало, да, если мы там раньше там, полгода входили в должность, там еще что-то, какие-то курсы, сейчас нету времени этим заниматься. У нас, наша задача первая, да, поменять тех людей, которые сейчас там воюют. Если мы не выполним план мобилизации, значит, кто-то из тех парней, которые я уже вчера говорил, которые призваны по третьей волне, вот, а мы призвали более 2000 человек в третью волну, это в августе прошлого года, которые должны были сейчас быть уволены, это с Николаевской области только. Вот, если мы не выполним план, получается, более 1000 человек должны будут остаться служить дальше, до тех пор, пока мы не поставим эти, скажем так, этих людей в войска. Вот. То есть, поэтому любому военному комиссару, любому человеку, который приходит на новую должность, на какую бы то ни было, да, будь то военный комиссар, будь то там заступник по работе за особовым складом, времени входить в должность нет, надо сразу же начинать работать. Выходных в зоне проведения антитеррористической операции нету, ведь сепаратисты, они не считают сегодня воскресенье, 24 августа или 2 августа, да, им все равно, когда начинают стрелять, и у нас такого нету, что, Конституция, мы должны отдыхать. Так и здесь у нас в военных комиссариатах полностью ненормированный рабочий день, даже когда нужно, и гражданские работают, и разносят повестки, то есть это очень тяжело, потому что мы до начала мобилизации, да, никогда за время украинской армии таких массовых мобилизаций не проводили, и действительно в стране идет война, и мы должны учиться быстро, оперативно, для того, чтобы своевременно выполнять поставленные задачи, которые стоят перед военкоматами. На фоне того, что сейчас происходит, все громче, уже даже на самом высоком уровне, то есть на уровне премьер-министра и нашего правительства, все громче звучат голоса, и даже сам премьер-министр тоже об этом говорил очень уверенно и, так сказать, украинскую мову, скажем так, переконливо, о том, что нам уже вплотную надо подойти к тому, чтобы была контрактная армия, потому что мобилизация мобилизации – это такое действительно форс-мажорное
обстоятельства, да, трагические обстоятельства, но все-таки контрактная армия, она уже просто, ну, кричит, что она должна быть в нашем государстве. Вот ваше мнение, как специалистов, которые каждый день сталкиваются вот такой вот сложной ситуацией, действительно, которая есть у нас в стране. Контрактная армия – это действительно вещь хорошая и нужная. И надо, что как, вообще для этого надо сделать, стремиться. Для того, чтобы хотя бы начать уже, чтобы она была действительно такой, почему? Которая… Ну, начало положено, я понимаю, да. Но все-таки какое-то продолжение. Мы проводим работу. Во всяком случае, я говорю за Николаевскую область. Mm-hmm. Вот я хочу привести определенные цифры. Нам давали наряд на отбор кандидатов на воинскую службу за контрактом на первое полугодие, на второе полугодие. Всего на год у нас 534 человека. Это наш наряд. Mm-hmm. Я хочу сказать, что на данный момент мы выполнили этот наряд на 118%. То есть вот на данный момент у нас 629 человек. Это те люди, которых, на которых уже есть приказ по части состоялся о том, что они зачислены в списке воинской части. И те, которые хотят и осознанно действительно идут в армию. Да, я скажу, что неплохо так. Во всяком случае, в нашей области эта работа проводится, и проводится она на должном уровне. Ну, показатели сами за себя говорят. Но это наша область, понимаете. Не все области так хорошо справляются. Я скажу так, что в свете всех событий численность вооруженных сил Украины увеличено, увеличено. Да, мы работаем над этим вопросом, вот, однако, ну, скажем так, что не так все хорошо идет. То есть пока есть необходимость призывать на срочную воинскую службу. А что людей, вот, в принципе, ну, отталкивает, допустим, от такого вот желания служить в контрактной армии, то есть становиться профессиональным военным хотя бы вот на какое-то время? Ну, здесь разное. Кто-то вообще, вот, кто-то вот разговаривает с нами, говорит, это вообще не мое. Да, не думают об этом и не хотят. Да. Те, которые хотят, но что-то их останавливает. Что не устраивает на сегодняшний день? Чего нету в контрактной армии? Я скажу так, что некоторые вот идут, начинают служить, потом начинается выяснять, что вот его не устраивают сами условия, другого не устраивает все-таки денежное содержание. Вот как бы он думал, что будет больше, а сколько получается вообще меньше. Сейчас зарплата? Ну, допустим, ну это редакция. Разные показатели, это же зависит от рода войск, да, от должности, рода, должности, да, от звания и так далее, и тому подобное. Ну все-таки там. От 3000. От 3000, ну, это да, самое, да. Допустим, это рядовой, только, там, только да. Который пришел. Вот, а если человек в зоне АТО, то там, например, если здесь он получает 3000, то там ему платят 6000, 100%. Найдет на балл. А изменение квалификационного уровня, то есть, вот, ну, звание и так далее, это тоже же отражается, да? Ну, конечно, да. Но это мы среднее сказали, вот показатель. Естественно, это от должности зависит, от звания. От сложности выполнения. Выслуги работы, лет. Да? От выслуги лет. Ну, там, да, есть определенные надбавки, секретность и так далее, и тому подобное. Да, это все влияет. Ну, и какова конечно. Перспектива, вот, на ваш взгляд, опытных людей? Как это? Когда у нас... Перейдем ли мы на контрактную армию, да? Да. Когда мы на нее перейдем? Ну, не знаю, это сложно сказать. Мы, конечно, не провинция, но все-таки, да, вот это сколько это лет займет. Ну, если вот, опять же, я беру Николаевскую область. Mm-hmm. Если вот... вот если все будут работать, как Николаевская область, да. Давайте так. Ну, я думаю, если так, то, наверное, может, и в следующем году перейдем. Mm-hmm. То есть, если так, да. Будем оптимистами. Хорошо, да. Спасибо большое. Значит, и призыв, да, дополнительно, два слова, да, буквально добавлю свое мнение. В первую очередь, чтобы перейти на контрактную армию, нужно соответствующее денежное обеспечение, какие-то социальные гарантии, которые будут действовать. Это и жилье, это и обучение, и детские садики для детей, как раньше было. Вот. Ну, однозначно, денежное обеспечение для всех стоит на первом месте. Да. То есть первое, что должно быть сделано, это достойное денежное обеспечение. Ну, как я это вижу, это начиная не от 3000, как на сегодняшний день, ну, для меня это, вот, допустим, сумма от 5000 и выше, чтобы человек, находясь в зоне АТО, получал 10 тысяч гривен. Я считаю, это более-менее нормально, если он обычный боец, там, стрелок и так далее. Да, и в мирное вот. Время. То есть, для того, чтобы мы начали комплектовать армию нормальными, здоровыми мужчинами, готовыми выполнять задачи, мы должны дать им нормальную заработную плату. Я вот так считаю в первую очередь. Для того, чтобы контрактная... он не думал, да, теперь... что у него... Да. Да. Второе, что я хочу сказать, это однозначно, если мы перейдем к контрактной армии, мы не должны отойти от системы подготовки. То есть все мужчины, которые призывного возраста, да, мы часто говорим о военно-патриотическом воспитании и так далее, все мужчины призывного возраста должны... пройти, пусть это не будет там полтора-два года или год, пусть это будет 3 месяца, да, активной подготовки для того, чтобы его подготовить к минимальной, да, к
готовности выполнять минимальные боевые задачи, да, то есть или спецов там чуть-чуть больше, для спецов сделать там для дефицитных специальностей, и там на протяжении какого-то времени должны проходить какие-то повторные курсы доподготовки и так далее и тому подобное. То есть если мы хотим создать контрактную армию, мы в любом случае не должны забывать, что у нас есть еще ресурсы, которые в случае той ситуации, которая возникла на сегодняшний день, могут взять в руки оружие и пойти защищать Родину. Ну, спасибо. Все, будем надеяться, да, что все специалисты вот так рассуждают, и вы будете услышаны, потому что действительно то, что вы сказали, это и полезно, и правильно. А, призыв на срочную службу. Остался у нас один вопрос. Да, на две минуты на него. Да, призыв на срочную службу. Значит, очень тяжело проходил весенний призыв этого года, очень тяжело. Это обусловлено в первую очередь тем, что согласно указу президента номер 88/2015 был исключен призыв юношей 18-19-летних. То есть непосредственно комплектование войска отправлялись юноши от 20 до 27 лет. Но тем не менее, хочу сказать, что Николаевская область с честью выполнила эту задачу. Наряд у нас был 1010 человек мы поставили, вооруженные силы Украины и другие воинские формирования. Значит, наряд на весну, в принципе, в устной форме он пока есть, я не буду его озвучивать, потому что это данные, пока я же говорю, так, в телефонном режиме. Осень. На осень, я прошу прощения, на осень, да. Вот. Но наряд будет значительно меньше. Я думаю, Николаевская область тоже его выполнит. Вот. Все будет нормально. Спасибо большое, спасибо вам за то, что вы пришли в нашу студию. Спасибо. Приходите к нам еще с полезной информацией, с хорошей информацией. Очень бы хотелось бы действительно, чтобы мы в этой студии говорили о хорошем, даже с военными, вот, потому что вы наша опора. Спасибо вам за это. Спасибо. Я дякую вам, спасибо, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом «Миколаїв». Нехай так буде і надалі. І прощаюся з вами до наступних зустрічей в нашому ефірі.